6 сентября 2002 года в столице Республики Беларусь прошел объединительный съезд двух самых массовых молодежных организаций – Белорусского патриотического союза молодежи и Белорусского союза молодежи. Это событие в масштабах молодой страны оказалось очень значимым. Делегаты съезда приняли решение о создании Белорусского республиканского союза молодежи. Здорово, наверное, что у ребят есть такая организация, где они могут всесторонне развиваться. Все лидерские качества, которые они приобрели у нас, участвуя вот в этих проектах, мероприятиях, они помогли им развиться как личности, ну и в то же время занять серьезные должности. Цель общественного объединения БРСМ – это создание условий для всестороннего развития молодежи, раскрытие творческого потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. Членом общественного объединения БРСМ может быть любой гражданин Республики Беларусь в возрасте, как правило, от 14 до 31 года. Наша молодежная общественная организация востребована среди молодежи. Она пользуется уважением в обществе и является надежным партнером государства. Союз молодежи – это яркие, талантливые, инициативные единомышленники, которые не сидят сложа руки, а готовы приложить все свои силы и способности для того, чтобы сделать свою жизнь ярче, интереснее и счастливее. БРСМ – по-настоящему молодежный единый союз. Союз молодежи объединяет сотни тысяч энергичных, талантливых, инициативных, отзывчивых и креативных молодых людей по всей республике. Десятки тысяч являются бойцами студенческих и добровольных отрядов, волонтерами движения «Доброе сердце», членами молодежных отрядов охраны правопорядка. Имеют дипломы высшей степени международных олимпиад и творческих конкурсов, а также имеют собственные научные разработки. Я БРСМовцам хочу пожелать, конечно же, здоровья, самореализации, ну и достигать поставленных своих целей. Союз молодежи – это большая семья друзей и единомышленников, которые не сидят сложа руки, а прикладывают все усилия для того, чтобы их жизнь была яркой и интересной.